Это дорога к селу Садово, если повернуть со стороны Переславского шоссе. Так захотелось снять на видеокамеру. Вот иногда такие балки проезжали, спуски, и так оно все красиво. И по одну сторону Ингулец, дальше будет Днепр. Тут Ингулец впадает в Днепр в этом селе. И все очень так смотришь, природа, какие красивые у нас края. А не ценим мы, редко выходим за город. Видите, пустые дороги. Это будний день, час дня, и никого нету. Люди ловят рыбу, отдыхают, а так все в это время сидят в офисах на работе. Так что почаще выбирайтесь за город, потому что жизнь пролетит быстро, а надо жить вместе с природой. На YouTube-канале есть другие видео, где Садово, само место, где впадает в речку, и само село. Так что смотрите, года три назад они, эти видео, добавлялись, и предыдущие.